главное запомнить Дискорд, блядь. Так, Поля, я за тобой прицеплюсь твином. Что, собирать? Да, погнали. Один там разобрались по бафу. Да, что, давайте я на трэше посижу тогда. Давай, давай. Чек на пул. Бафа бы? Да, бафа вообще нет. Ча, мага нету. Стаминку там, каску, кулак. Блять, я один пустишь тебя. Вам не повезло. Где это? Шаман или кто-то? Рыбы нету, да? Нет. Все там квесты взяли, никто не забыл. Котяра сегодня со мной ходил. Вроде взял. На Икаоне. У тебя точно нету КД? А то ты... Это вот злиться будет. Кот. Вип. Чё-то... О, бля. Началось. Опять этот бубнёж. От ДБМа? Так, зайди в ДБМ, найди в Аниксию и выключи в звуки, блядь. Чувствуешь, будет, вот, по-моему, у кота, которая во второй... Не вижу. В первой группе, он, по-моему, в КД на Икаоне, по-моему, он сегодня со мной был уже. Могу путать, но, по-моему, это он. И левел совпадает. Да, кстати, Луцин, слышишь, меня закинуло хвостом. Там ады идут, вытащат оттуда своего. Надо в центр сходить. Так, ну давай, блядь.
Так, ДБМ, Никси, говно ебучее. Где этот звук? О! Ну и чё? Макро... По-моему, маг тоже со мной был на груль магики. Не знаю, это, короче, выключил, нет? Это ж свидюхи с какой-то звуки. Проникся. Так-то больших там надо побить. Так-то да. Садись, ой. Слава, слышал, что я сказал? В первой группе есть маг и кот. Они со мной 90% были сегодня в Икаоне. Ой, Икаоне, говорю. Груль магик. У них КД. Мага могу путать. Ну, по-моему, это он и покупал, собственно, у меня токен. А вот друид точно уверен, что это он. Я его на куб тоже ставила. Я не могу придумать сейчас матерок, которым я хочу их обозвать. Там ресните пристапы. Нормально так полегло людей. Да, антифир не работает почему-то. Ни хрена знает. Шел тоже под лапой, блять, и меня сдуло, блять, дыхание. Короче, побором или окнусь, у меня что-то пинг, блядь. Ой. У меня уже достаточно таких предметов. Сейчас на их же выдвигаемся, да? Да, да. Короче, голова не отдается никому. Все. Это самое. А че маги все ушли, я что-то не понимаю. Этот шаман ресни еще пристал. Как вы хочете?
Я могу чем-нибудь помочь? Приветствую. Да, это тот самый маг. У него КД на Гроль Магик. Какой ник? В первой группе Фремус. Сейчас друида узнаю, потому что могу будет. И это тот самый код. Я угадала. Дайте кто-то каски попал, ой, патрулям. По шаманам баф. Сейчас отдаю кресты. Бафов нету. Ну, вот так ходи с Полиной в рейд, да, с потрохами. Стамина, кулак, лапку, пожалуйста. Кексик, диси. Я лапу даю. Кекси, это Мозер. Кексик. Кексик. Кексик, это не Мозер. Вы чё? Глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак. Паладина, кулаки бафните под ик. Бой, герой! Я просто в курсе парада, что Войт не любит таких, которые ходят на два рек. За ними два человека. Ну, кот сразу сказал, он так, в принципе, помнишь, отметить сделать. Как-то он одетый. А маг этот ушлый. Какой? Фремор там. Первая группа. Это он мне такой пишет. Мне нужен чест. Продай мне чест Т4, я говорю, да без проблем. Он такой, ну, значит, мы идем сейчас на магика, да? Я говорю, нет, мы сейчас идем на Груля. Но там же чест не падает. Я говорю, мы идем на Груля. Такие охуевшие иногда байеры были, да? Нам же иметь. Лучше, когда у тебя просят какое-нибудь кольцо свалит, и говорят, соберешь прямо сейчас? Да. Mm-hmm.
дай разморозку. Кому там еще? Всех разморозил? Ну, вроде да. Еще раз, сколько там людей в ДИСе? 15 человек, а этот пидоры нахуй, еще в ДИС не заходят. Блять, дебилы. Это же Пугель, что ты хотел? Сука, нахуй ты... Войду очень что-то важно, чтоб тактику послушать. Мне похуй на тактику, блять. Пусть даже в ДИС не заходит, но вот когда пишется по-русски, блядь, на 4 инста, мне плюсует, блядь, 2 тела, нахуй, с КД на грувмагик, нахуй это мне надо. Мне проще будет добрать, нахуй ты мне это пишешь, сука. Тебя ебёт, как мне будет проще, нахуй, мне проще, чтобы я ничего не добирал. Тебе тоже с одним там общалась, он говорит, если что, я могу в ДД. Ну, когда без проблем, тогда я спамлю 2 танка. И тут в рейде начали умничать. Ты хочешь в 3 танка? Я говорю, вы можете свой рейд собрать, как вам угодно. Делайте, что хотите. Ну, зачем в 3 танка? Ну, все, это, ребят, все, это, типа, да. Безморально, это. Мой рейд, мои правила, да? Ну нет, говорю, я договорилась с танком, он говорит, я могу в ДД. Но как бы их это не касается вообще, как я набираю рейд. Если им что-то не нравится, я не такие диванные комментаторы, пускай собирают по себе. Просто конченый пудель, написал Джеки Фексик. Тебе? Ну. Бомж ебучий, блядь. Это бан. Мне сегодня сказали, что Шея, ребята, внимание, СПД крит. Скорость это не хиловская Шея на шамана. Ну это, видимо, слишком... А какая? Да вот, которая с магика падает. Да я знаю. А какая хиловская? С МП5 или с духом? Не стала узнавать у него это, потому что куча всего спамилась. Но он был возмущен, почему я эту шею отдала хилу, первую паролу. Фрист на минуточку, 273 был. Сейчас великий чернокнижник Вилл Папамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Как бы уже такой левел должен был знать. Вот мне рассказывай, что Шем... На хила на ДЦ не очень. Хотя у него бисовые статы. Ну, крит там, скорость. Там прописано именно от урона. А крит скорость без МП5. Там же не прописано там меткость, урон или что-то такое. Это как бы ты разные примеры приводишь. Я тоже считаю, что ШМ не подходит ДЦ. А бисовый, я не знаю, можно взять просто. У него бисовые статы и 3 красных сокета. Встань там, Владимир, есть. Встаю, встаю. Нервничают люди, я вижу. А можно стаминку все-таки? Да кто-то вздыхал. Да много? Еще нам нахуй вздыхали, блядь. Тебе, блядь, его в тройку новую... Ах, вы умираете, блядь. Забери босс. Короче, у этого мага брат пароли через смс восстанавливает, заходит ночью, вешает КД, блядь. Он тираду написал, блядь, ненавижу этого ублюдка. Как-то? Ну, маг вот этот. Слезная история.
А Сноудена там нет в этой... Спроси, как плечи Т4 зашли, которые ты сролил? Анролом получил. И он все поймет. Блин, так кто-то укусился? Нет, я просто строгая. ПМС, наверное, все. Нормальное настроение. Вообще я поэтому не люблю рейды собирать. Все время какую-то дичь пишет. Так тебе не обязательно ее читать. Ну, я так и делаю. Но когда народ собираешь, что-то мельком все равно проскакивает. Не знаю, ох, сколько рейдов собираю. Просто мимо и все. Да, эмоционально. Ля, 77 КДПС. Колечко. И теперь вас ждет новый противник. Еще боешься? Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов. Справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. А есть у кого-нибудь ДДшная фласка одна? А, Настой. Вот, кстати, на какой спех ролит? Чего? Я забыл. 50 колды, кому там ДДшная фласка нужна? Кстати, там Гавский щит не падал? Ау. Не знаю, вроде нет. Спасибо. Нам нужен щит. Чё, блядь? Босса же запускать надо, да, наверное? Действительно. Получается, что надо. Получается, что так. Кто если не будет это сделать? Бот у меня тоже какой-то твой. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам... Куда у вас сегодня что-то важно? Знаете? Мы бросаем вызов Орде. Как обычно. Да будет так. Заедь сколько. А что, вечерний РТ будет или нет? Конечно. Стоит же. В календаре. А с чего это? Там просто объявление же стоит, до выходных РТ не будет. Это пианист не будет. Ты написал пианист, так больше в гильдии нет. Луна, Локи. Локи в 10 плюс рейд. Шакала танчит, Луцинь. Так, Ромбика танчит, крепость. Я танчу треугольник. Так. Первым. Алёшу... звезду. Алёшу временно кикнули или как? Вторым кружок. Череп контрольте, чтобы не хилил, и крест контрольте. Чек на пол. И вопрос от ГМа. Вот цинь. Че? Меньше знаешь, крепче спишь. Ой, я и так крепко сплю, не поверишь. А лок, лока мага первый. Лока тебе. Это звезду. Он пока нету. Че? Ну ДК. Ой, блядь. Охуенно. Тут, кстати, черепок это реплик.
Диспелите, пожалуйста. Как звезду бьете, скажете. Убили почти, все убили. Кружок. Ханта вытяни. Диспел по ханту. Шаманы, продиспельте. А, они в дискорде? Они говорили, нахуй нам дискорд. Кружок убьете. Бейте черепок. Ретрик, верьте. Не сейчас. Я могу использовать эту способность. Чипок убьете, скажете. Диспел, дайте там бабу. Я пока не могу использовать эту способность. А у нас один приступ. Шаровой, блин, спи. Ёбаный в рот. Но с Иршам отлично много поражить. Они ж бабу, по-моему, не могут. Там отхилки помимо бабы висят. Ну отхилки, да, отхилки вообще никто не диспелит. Да, будут промахи, но все-таки часть можно было здесь. Че, кого дальше? Мало, наверное. Так, убили, да? Вон крестик бейте. Шаман. Даже я своим хантом, блядь, по КД усмиряющий кидаю, чтобы, блядь, магический эффект снять. Усмиряющий вроде как иступление снимает. И один иступление и магический эффект. Один. Два. Нормально, шаман кричит, шамана диспел. У нас только Иршама, это только вам делать. Я в ДД, мне можно. У нас магия есть, как бы. Магия это не дисплей. У нас есть прист. Ну ладно, что вы такие брызг делаю? Я в Иршаме дисплей. Че, кого дальше? И приморозили все. Ну вон, Эрдру добивайте луну, а потом рогу вот на... этого хила. Да какой нахуй рог? Забудь про рогу. Ну а потом под конец ее ставим, она завейдит и... Ничего не завейдится. Рогу я держу, рога никого не трогает. Не, ну в актуале бы Лёша люлей надавал их всем, господи. Я вообще не понимаю, в чем проблема, блин, по диспелю, какие-то нечки. Все, мага добивайте, и потом уже велик. Кучу сводить. Просто хватит.
Все уже в кучу сводили. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Че, запускай? Подожди, не запускай. Опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Потеря убивает. Ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Кто в себе не уверен, кому соску кинуть? Так, танки там все нормальные. Уцень, короче, черную бей, крепость белую. Хорошо. Дамаж. Тащу? Сейчас подойду. Тащи. Бля, Каз, куда тебе по ханту? Блять, какую бить надо? Типа погибель тьмы или погибель света, блять? Первый свет. Мы взяли темную, значит, бьем свет. Когда будет смена, мы поменяем. Короче, вот эту бьем, да? Белую бьем. Что там, выбор? О-о-о, выбор, это круто. А череп будут ролить? Можем заболеть. Кому надо? Я бы на мишку взял. Заберу себе на ханта. Я себе на мишку тоже заберу. О, сколько чаев, да? Ну, значит, это он зачем на ханта? Цену, значит, в ПМ пишем. Сколько чаек? Это шутка, но я все-таки скажу. Вот, тортиками принимаешь? Добрый день. Что? Тортиками принимаешь оплату? Ты напала, хочешь выбор? Да я говорю, это шутка, но все равно это скажу. Ну, если только хорошими. Хорошими тортиками, да? Ягодами там всякими. Продавать будешь? Ну, блядь.
Кто сколько голды может дать за него, пишите, посмотрим. Во, кому-то за роль. Голды именно. За анролем без проблем. Дином ролл есть. Или Т4 кому-то, или выбор. Вообще, кстати, можно. Сколько голда? Десятку нормально? Ну, каждого, да, да. С каждого рейда один анролл делаешь, или как? Нет, со всех четырех. С каждого что слишком это? Жирно. Вот и нет. Десятка начальная цена. Пишите там, да. Империю, на которой вы так бездумно. Сразу чайки отлетели, да? Души твоих павших. Нормальная тренинг. Будут принадлежать. Трени хорошая. Да, хорошая. Че, много желающих? Пока не писали. Так и никто не напишет, чего ты взял, что тебе тут напишет, блядь? Ну как хотите, заанролю себе, да и все, блядь. Заанролю, хуйня. Не пишет, потому что не в DC. Вот смотри, мне, допустим, надо, но ты думаешь, я буду покупать эту треню, блядь? Нахуя? Я же тут, блядь, половина, блядь, дебилов нахуй в вагоне, еще и, блядь, треню покупать? Да нахуй надо? Да ладно, не бомбите. Более... Бедно, нахуя у тебя чеха и зеркальце, охуенная треня. Я бы зеркальце поменял бы, блядь. Да зеркальце охуенная треня. Сейчас вот из-за какого-то пикселя ругаться будет, ну так. Лучше уж тогда череп. Лучше в РС-ке пароль все что-то. Череп, десятку да. Надо, за ним, блядь. Еще не готово. К тому же, блин, Редвар, тебе вообще, ты что вроде там? В РС-ку ХМ ходишь. Что тебе это? Запускай. Потом что ли, я не хожу туда? Нет, не хожу. Поехали. Погнали. А чё, пару луштов бейте? Ой-ой-ой, не того. Дорогие ханты. Закопается. Вон, вон, убили. Уже закопался. Дебилы ебучие, блядь. И в Дискорд не заходят эти люди, тактики знают. Ну ханты-то наши, и они в Дискорде сидят. На мне два сидит. Блядь, кроме хантов еще дохуя кто может РДД сбить. Вообще он... никакой проблемы нет. А вам сложно что ли? Сюда ханты бить? ДПС на мне, блядь. Плохо пошну. Стан. Да, много вы ДПСите. Сейчас нас всех положат тут. Да ДПСили? Молодцы. Что сказать? Этих людей можно сразу кикать. Каких? Которые не сбивают шары. То есть все, всех РДД, всех, да? Всех РДД нахуй кикнул. Ага. Ну а что это такое вот сейчас было? Ну типа есть ДК, который может просто притянуть шары. Вы скажите, вот смотрите, вы же, блядь, опытные люди, да? Не знаю, и нахуй, да? Ни разу, ну, блядь, не первый раз сюда пришли. Вы же знаете, что, блядь, если убить ада, допустим, да, не по льдом, он зароется. Нахуя бы его убить тогда, блядь?
если нету льда, нахуя? Там хоть бей, хоть не бей, он через какое-то время закапывается, если он не на льду. Да, он закапывается там все равно. Он даже фуловый закапывается. Держи. Ну, это для тех, кто здесь не первый раз. Нет, вот когда люди спросили, бурстим или нет, я уже все понял. Да нет, можно было просто... Ладно, я для себя выводы сделал. Можете быть спокойны. Две сферки сбить, дальше бурстить и хоть сколько влезет. Не надо так сферки сбивать пацанам, значит и лут не надо, все ясно. Все очень просто. Ну ничего, первый раз не считается. Один раз можно, да? Да. Это 50 из 50, скажите. У нас в прошлой гильдии, в которой я был, там был чувак, который вот любое залаживание, любой факап, он всегда говорил, ну, один раз можно. И все время лажал. Так, даю кресты. А, да, я забафаю. А почему, с каких пор это, кстати, вот, блять, сбитие шаров положили на хантов? Давно уже. Одно время они сбивали, обычно потом были совы, сов нету, к тому же вы свои, вы здесь лапу. Были. У них дальность больше. Тут любой нахуй, тут даже меликом можно сбить. Вот если у тебя есть какой-то скилл, да можно, допустим. Блин, сбить, но ты же это не сбил, ты за себя говори, а не за другого, блин. Ну я за себя и говорю, я бил босса, блядь. Бей дальше. Буду бить дальше, мне вообще похуя. Запускай. Это место станет вашим, мать его. Просто я думала, что наши более сообразительные. Дальнего возьму. Под жопу встань. Стандарт. Да. Жука долезь. Хорош. Сколько вот у сферы хп? Немного же. Две тычки. Я не вижу мобу. Подведите. На меня идут. Давай на лоу хп станы. Они во льду все равно закапываются. Без стана. Здесь бок можно использовать там. А сколько там процентов у него осталось? 40 где-то. Там лучше побегать, чем вайпнуться. У нас так мало ДПС. Беги, беги, I'm kill.
Мишка, беги! Компьютер слишком проще. Стандап. Некогда я давал уже. Все. Жуков нет. Ну вот видишь, все же легко и просто. Сверки сбили, затащили. Один трай, считай. И власть упала, лол. Че, дайте портал магии. Это на груля летит. А можно я у тебя? Ты трофеи вендору продаешь? Ага. Можно я у тебя перекуплю парочку? Давай. А почему трофеи? Я танку 2 кутка хочу собрать. Я видел флоу паладина в 4-9. С него они срывали игру там 80-е типы. А почему продаете? Тоже хочу. Спасибо. Чего? Я выйду. Что-то не работает портал. Наверное, ж кто-то в него уже прыгнул. И что, Луцин, ты тут нюхаешь? Там квест остался. Я жду. Там квест остался. Видимо, войд он выполнен, а он просто в плосе лежит и не дает снижку. Ну, какая-то там хуйня лежит, да. Бери. Это же кожа. Она не забирается. А у тебя есть еще одна штучка? Или ты уже продал войд? Продал. Я про трофеи авангарда. Еще одна штучка будет? Да, 3 штуки еще лежит. Не, одну еще. Не продавай пока. Отдай лутера на секунду. А, то есть ты дождался, когда я ушел, и теперь ты просишь лутера. А он не лутается. Ну это нечестно, ну ты мог это сказать до того, как я в портал вошел? Ты так первую кожу снял, что ты это? Да тут в целка всегда снимаешь с этих собак. Нет, вообще нет. Ну, я тачу. Когда я ходил последний раз на той неделе, ты снимал. Я еще, блин, взбесил и меня, думал, блять, как он раньше меня нажал. Войд, забирай. Ничего не юзается. Это мы ролим? Mm-hmm. Так, а про какую левую руку он говорит, я не знаю. Так что, выбор смерти анролом объявляется, да? Пока нет. Окей.
Понял, да? У него ника первый, то он в Дискорд не зашел. Да мне похуй вообще. Сука. Не копирует твои проблемы, блядь. Меня тоже не копирует, и чё, ну я ж здесь. Ну вот. Ручкой написать. Я Дискорд даю для того, чтобы мне не сидеть, не печатать на клавиатуре, как дурачок, вот эту всю хуету. Одному в ПМ, третьему в ПМ, вот это объявление рейду. Мне это нахуй не надо. Ебать. Для чего придумали Дискорд? Для нормальных людей. Если вы не нормальные люди, блядь, нахуй надо. А вы это ответь мне в ПМ, пожалуйста. Пошел в жопу. Слышь, ты что такой дерзкий? Да я его понимаю, там такую дичь иногда пишут, когда собираюсь. Ну вообще я про РТ писал сегодняшний. Это кто, Магомед? Магомедов она что-то там возникает. Подожди. Мы идем на 4 инста. Там КД у него. Мы там, идем на 4 инста. Он, видимо, шмот хочет паролить, поэтому просит сум сюда. Так пусть ждет, пока мы закроем все. Сидит в Дисе и слушает. Ну, типа, камон. Так, маг че уфнулся? Сразу. Я жду, я зашел. Кто? Маг. Келел вот этот, да? Нет, Магомедовна. Так, Магомедовна. У тебя есть второй персонаж? Да, я зайду на игру Майк, я ж пообещал, что я зайду. Вот у меня КД пока, просто... Вот ты пока заходи, а после магика разрол будет. Пошли трэш. Так, а смысл? Я сейчас зайду на шамана. У меня нет времени вот этой хуйней заниматься. Заходи на кого хочешь, просто мы идем трэш бьем. Шмот после магика. Каких пор они тут прав. Что? Иногда бывает. Иногда кидают. Что кидают? По страх кидают, я что-то не помню. Он диспелится. Ну там танки сами распределитесь, кто 2, кто 3 там. Чё, будем шамана ждать? Блять. Лучше забери меня. Шамана ждать. Не знаю, я летел до этого места очень долго. Можно было 10 раз уже зайти. А чё, мне уже нет смысла заходить, вы спулили они? Ну, на грула успеешь.
Чё, подними его в стене или... Ну, дай посмотреть. Я тут сам себе во втором окне хилю. Не все так могут. Кровь на 20 тысяч ударил меня. Бьет, значит, лёгко. Угу. От любви прибил, да? Ну... Ребят, дайте локу. Ух ты, надо же. Я лечу к вам. Ассиста дать? Да, ну он меня пригласит. Или давайте в общем чате плюсану добавится. Ну плюсани. Я плюсану. Кто, прист? Да нет, шаман вместо мага, который. Ну плюсану-то прист. Да я прист, да. Зайди на шамана. Ладно, ну, короче, по мамке. Может, у него пристанник шаман? Да не, он ё-баба. Вот сегодня у нас в рейде был один шаман, ник у него. Мы сидели в Дискорде, и мы по-разному прочитали. Один прочитал тупик, а второй прочитал тупик. И вот как вот, ну, как бы, два разных значения. Тупик и тупик, блядь. Понимаешь? Может, тут тоже её баба какой-нибудь с подвохом. А крепость это из вашего вечернего? Пару раз его видел на замене. Сегодня буду. Донер, говорит. Ну, это правда. Пару раз видел на замене. Челик просит перенести, не знаю. Не знаю. Чё, Пал потанчит? Так могу подождать, пожалуйста. Могу подождать. Чё решил? Ну какой это скажет? Мне все равно. Такая же фигня. Да все хуярьте. Кто-то умирал, скажите, каски, кулаки нужны? По идее ретрик есть. У них кулаки хотя бы вкачаны.
Ну, всю дорогу кулаки бафлы. Хорош. То есть, как же... Ретрики флакают. Лучше уж такой кулак, чем никакого, думаю. Что там кто говорил, заходить в Дискорд? Для чего? Для лута или как? Да, да. Ну там для тех, кто с КД, типа, на игру Магика, и кто на другого пица перезаходит. Потому что разрул после Магика. Да все уже освободятся, чтобы их не задерживать. Не помню, что на день рождения Мишку подарил золоманы из 4 сундуков. Кто подарил? Да в золоман ходили, он сролил Мишку, япончик. Япончик. А. Отдал мне на день рождения. Вот хвастаюсь. У тебя день рождения сегодня? Не, 26-го. Он просто... У него 25-го, у меня 26-го, он просто в курсе. Меня просто будет. Эти тельцы выходят, да? Да. О, за камушком не притягивает. Топчик. Сейчас, по-моему, никого не притягивает. По-моему. Босс плакает, согласен? ГП ему нахуй. Ты чё, Анхвейта убил? Первый раз, кстати, не притягивает. Да-да, говорю, он не всегда притягивает, плакает. Наверное, на этой неделе тоже буду заломан собирать второе. А на ком? На шамане. Я понял. Или на своем друиде, но в любом случае через гильдию там, я думаю, увидеть. Сегодня день триник. Я бы на паладине сходил. Мне проходка нужна. Ну чисто на ласта. Который раз хожу, который раз Т4 не падает, который мне нужен. Там ближе к делу, неделя только началась. Там может еще Настя будет собирать. Она всегда вроде собирает. Угу. Просто я не знаю, когда она это делает. По пятницам. По пятницам в 10. Утра? Вечером. Не РТ в это время еще. ПМСК. Пацан, 10 по МСК. Да, вечер. Как я обычно, знаю. Там на кубы плюс 5 кровом, Т4 на маунта, плюс рейд. Я могу поставить. Чё, три тела тут?
Ты бы сказал, что кто прослакает, получает минус 100 к роллу. Не, минус 100 жестко. Минус 50. Минус 99, да? Два тела еще на кубе. Ну знаешь, иногда 1% решает. При мне что-то было такое, что чуваку отняли 40 круг, и он все равно выиграл. При мне, кстати, тоже такое было, похожая ситуация. Может, мы в одном рейде были? Так, может. Крепость. У тебя только танк аспект? Нет, а аспект есть. 263. Нормально пойдет. Ирдру, ты на куб? Ой, ты уже всех хилов не отправляй. Там кубы просаживай. На боссе кто из танков? Луцинь, да? Нам с ним, да, пофигу. Наверное. Вообще без разницы. У меня второй этот хил. Если нужен хил, я могу спекнуться хайтанчит. Нет, ДДшка нужен. Ладно, я в ДД тогда пойду. Ты пока в танке будь, на босса только спекнешься после трэша. Хорош, хорош. Кому там суман? Ой. Чё, уже спулили? Балуются люди. Отведи их пониже, может, не? Там, потыкайте сзади. Кому еще сумон? Пока мы еще мобов не всех убили. Да летят нахуй, пока ты летел. Маг дал ранее, так вроде все сделали. Вот тебя сумон. Или ты тут я уже? Тут уже хуяли трэш. Соберите его. Вот сынь, блять, мобы поих, вот там, кажется. Я паладина, сумонь. А, с двух ах... Дебильные страхи, даже персы не снимают. Там дезориентация. Слева чисто. Там и долго собирались долго. Каску дайте по ханту. Вообще по всем кулакам каску.
Но я прибегу к кресте, да. Че, вроде все здесь погнали. Каску будьте добры, ПДК. Шаровой тут. Берса 40 секунд. Все запускаем. Ты расставил, да? Вышивал. Кто-то смотрел фильм «Форд против Феррари»? Я вчера смотрел. Вообще прикольный фильм. Прям вчера. С удовольствием, кстати, посмотрел. Вообще прям не пожалел. Нормально там? Какие-нибудь хилы хоть остались в миле? Там не цепляет хвостом? Нормально. Будет Гера? Бэйл, Бэйл. Будет Бэйл? Будет, 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 все будет. Кубы скоро, смотрите. Да, 10 секунд.
10 секунд. Подходите к вам. Пять секунд. Последние кубы там продаются. Кому нужен шмот, спасибо за рейд. Кому нужен шмот, Долорант сейчас через портал прыгает. Ого. Дракон. Там разролю. Дракон плюс 5 кролов, кто на кубах стоял. Так, сумка. Сейчас с этого босса разролю. Голова. Жезл. Так, ты 4. Плюс 5 это 89 будет. Дракон. Так, на дракон уже говорил плюс 5, нет? И это 4, и дракон плюс 5. Я поняла. Так, взор 92. Ой, ты, поздравляю. Так, теперь в Долоран прыгаем. Ставлю на себя звездочку. Кто там был в первых двух инстах, плюс анюте. Давайте дам. Плюс анюте. Если вы не в пайте. Луцин. Да. Ты же паладином был твином, да? Да, он еще в пати. Я сейчас на мага зайду, плюсану, в общем, в чате добавить мне, потому что мне спать идти. Там же напало, ничего не выпало, по-моему. Полина, ты кем играешь? Сейчас паладином. А ты паладина давно сделала? Раньше, чем шамана.
А шамана как уже третий год пошел. Так, тебе вот этот, как он называется, хребет, трофей хребта, да? Так, плечи. А чего он у тебя не в гильдии? Я так захотела. Нет, он в моей гильдии. Твоей собственной? Да. Как а, да, это прикол. Палу, да, выбор. А, уже пролили выбор, да? Угу. Блять, не то ролил, ёбаный в рот. Дайте пальцы. О, попал. Нормально. Так, Магомедовна, тебе нужен власть мертвых? Да, да, да. Кинь ролл. Угу. Так я кинул 93. Ты говоришь по роллу. И что? Ты подойди сюда к звездочке. Хуя у вас приколы. Понятно. До свидания. Ты тут еще? Ты глупый? Я говорю, к звездочке подъедь. Я только крестик вижу, череп. Я не Маговедовна, а Келиел. А я не тебе который говорю, вру... если что. Подъедь к звездочке. А я тебе плав. Который не крестик. Что значит понятно, до свидания? Тебе кто-то сказал, что ты без ролла остаешься или что? Подъедь к звездочке, или тебе не ясно? До Лорани стоим все. Или ты не тут? Так, а власть ты кому отдал? Блять, кто власть по роллу выиграл? Скажи мне. Я. Келиэл. 93. Ну, я выкинул. И в чем проблема у тебя? Не, ну просто ты говоришь, что, что ну, другой так, какой-то подойдет. Ну, я думал, ты про именно... Ты неправильно слушаешь. Нет. Внимательно ну, слушай. Извиняюсь тогда. Спасибо. Будь здоров. Так, да вот, вроде надо пока. Никому. Вот этот как багруха. Надо кому-то шею. Так, лоб. Как багруха. Где-то 45-е и 65-е. Как багруха. Ну, крит скорости. Ну да, ну да. Да я поняла его. Серьезный такой. Хоть бы улыбнул. Так, руки. Ноги. О, руки я бы забрал, кстати. Сейчас подъеду. Так, кто там мне про обмен писал? Что всем зачем? Привет. Руки давай. Спасибо. Все, это корона последняя. Все, значит, никому ничего не надо больше, да? Так а там поезд с духом. С духом? С духом уже разрулили. А, подожди. Вот он. Вот этот поезд, да?
кому надо. На. Все, теперь все.